Всем привет! Сегодня я покажу, как запечь судака на луковой подушке и приготовлю к нему гарнир из овощей. Мне понадобится 3 небольших судака общим весом 1,5 кг, 1 морковь, 3 картофеля, 1 луковица, половина лимона, 200 грамм брокколи, свежий или замороженный. Я взял замороженную и предварительно ее разморозил. 3 веточки укропа и немного оливкового масла. Рыбу предварительно почистил, удалил внутренности и жабры. Первым делом я поставлю воду, в ней я буду отваривать овощи. Овощи можно поджарить, но я хочу приготовить диетическое блюдо. Немного подсолю ее, и когда вода закипит, отправлю туда овощи. Можно уже поставить разогреваться духовку для рыбы. А пока замариную лук. Нарежу лук перьями. Две веточки укропа нарежу мелко. Выдавлю лимон в лук. Подставляю руку, чтобы в лук не летели косточки. И хорошо перемешаю руками. Можно дать постоять луку 5 минут, чтобы он забрал в себя весь аромат лимона. Добавлю немного сахара и немного соли. Еще раз перемешаю. Подготовлю овощи. Картофель буду нарезать маленьким кубиком. Очень аккуратно. Отваривать овощи буду альденте, то есть не буду варить их сильно, приварю немного. Вот такой маленький аккуратный кубик. Нарезаю морковь таким же кубиком по размеру, можно даже чуть поменьше. И мелко нарезаю брокколи. Брокколи варится быстрее, чем картофель и морковь, поэтому я ее добавлю в самом конце. Выкладываю на противень лук. Подушечка не очень пышная получилась. Но много лука и не нужно. Посолю рыбу с одной стороны. Уложу этой стороной в противень. И посолю рыбу с другой стороны. Кстати, если вы соблюдаете диету, лук употреблять нельзя. Вместо него можно использовать просто пергамент. Положить в противень пергамент и запечь рыбу на нем. Отправляю картофель и морковь в кипящую воду. А рыбу отправляю в духовку и буду запекать 25 минут при температуре 200 градусов. Через 15 минут рыбу переверну. Снимаю пенку, которая образовалась сверху бульона. Вода закипела. Картофель и морковь буду варить 3 минуты, а затем добавлю брокколи. Добавляю брокколи и варю еще 2 минуты. Солью овощи через дуршлаг. Нарежу веточку укропа, которая у меня осталась. 15 минут прошло. Достану рыбу из духовки и очень аккуратно ее переверну. Чтобы другая сторона тоже пропиталась лимоном и луковым ароматом. И отправляю рыбу обратно в духовку еще на 10 минут.
Вода из овощей стекла. Отправляю их в глубокую миску. Добавлю укроп, немного оливкового масла и перемешаю. Гарнир готов. Вкусно. То, что нужно. Рыба готова. Я достал ее из духовки. Рыбу главное не пересушить. 25 минут для рыбы такого размера вполне достаточно, чтобы она приготовилась, но при этом была сочной. Это очень вкусно. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я вам очень рекомендую попробовать этот рецепт. Желаю вам здоровья и успехов!